Пирсон Босс представляет, как своими руками выжить в тюрьме. Вторник, 6-й день зимы, 1-й день в тюрьме. Что? Я в тюрьме? Каким-то макаром. Здрасте. Здрасте. Вы чертовски похожи на картошку. Добро пожаловать в нашу тюрьму. Доводилось смотреть старые фильмы про тюрьму? Здесь все устроено примерно так же. Каждый день к тебе подходит человек, рассказывает, что хотят купить другие заключенные, и продает тебе материал. Говорят, у тебя золотые руки. Узнай, что можно приобрести, и позаботься о том, чтобы в камере был достаточно материала. Если вдруг так случилось, и закончились материалы и деньги, продай Бобби. Вон ту плюшевую игрушку справа. Бобби? Это Бобби? Привет, Бобби. Приятно познакомиться. Надеюсь, мы с тобой сдружимся, и не будет такого дня, когда я тебя продам. Так что возвращайся обратно на полочку. Ну, имей в виду, что при продаже Бобби все предметы в твоей камере исчезнут. Черт. Сейчас у тебя нет ничего полезного, так что бросай в мою коробку Бобби. Нет, только не Бобби. Я только с ним задружился. Какая к черту коробка? Может, у меня есть какие-то предметы? Может быть, решетка от вентиляции подойдет? Кругом пустота. Голые стены, трещины. О, ящик. Пусто. Черт подери. Как выжить в этой дыре? Бобби, извини. Мы с тобой договаривались, я знаю. Но мы не так много вместе. Прости. Вот так. Когда подготовишься, перемотай время на часах на ночь. И начинай работать. Окей, босс. На что я подписался? О, черная картошина пробежала. Почему я в тюрьме для картошек? Или для яиц? А еще у меня в клетке дырища, и по идее я могу сбежать. Бобби! Ты живой? Я же тебя продал, иди сюда. А, это твой призрак. Проваливай. Вернемся к моему плану побега. Как отсюда сдричнуть? О, боги, дайте мне сил. Хотя на что и наде... Бобби? Ты здесь? Как ты сюда попал? Через вот это отверстие? Призрачный Бобби, ты меня уже чертовски достал. Исчезни. Что это у нас тут? Табако. Ага. Табако, это понятно, это листочки. Скорее всего, тот заключенный, который мне рассказывал обо всем, имел в виду материалы именно это. Днем работать нельзя. Ну хорошо. Давай попробуем перемотать время. Иду, Бобби, иду. Грязные делишки. Уже ночь. Будем говорить как можно тише. Значит, берем листочек, разрываем. По всей видимости, мне придется делать сигареты для заключенных. Сам я не курю. И другим не советую, это очень плохая привычка. Фу, какой вонючий табак. Так что будем этим табаком травить других заключенных. Да, товарищи заключенные, вы же хотите сигарет? Ну что ж, в моей небольшой лаборатории мы приступаем чудить. Конечно же, нужно экономить на табаке. Черт возьми, сколько же можно сыпать? Наконец-то. Все это делается элегантно и по-тихому, чтобы нас не услышали. Чтобы наше дело казалось более привлекательным, будем представлять, что мы творим здесь волшебство. Табака маловато. Почти закончился. Ну вот, одна пачка табака у нас закончилась. Кажется, вышел надзиратель. Но это же не страшно, ведь мы же творим здесь волшебство. Какого черта я говорю волшебство? Мы здесь химичим всякую фигню. Надо поаккуратнее. Спокойствие, спокойствие. Расслабен. Прекрасная музыка у меня в голове. Все происходит элегантно, тихо. Никаких проблем. Надзиратель еще далеко. Хе-хе, я здесь. О, господи, что я творю? Идиотина. О май гарбл! Это листочки для туалета. Не подумайте, они просто уже использованы. Черт, надо убрать быстрее, быстрее. Капец. Тебя поймали. Вся ночь на смарку. Весь мой материал забрали. Щи-борщи. Глянь-ка, что надзиратель нашел в твоей камере. Спасибо, Кэп. Как будто я сам не знал, что он найдет в моей камере. Может, ты мне каким-нибудь советом поможешь? Ну хорошо. По ночам тюрьму обходит надзиратель, ты их уже видел. Если, проходя мимо твоей камеры, они увидят что-то подозрительное, они поднимут тревогу и конфискуют все, что найдут в твоей камере. Если решишь перемотать время на часах на день, спрячь все, что у тебя есть, а то отберут во время обыска. Над найденными вещами появится предупреждающий знак. Все материалы, незаконченные и готовые товары будут конфискованы. А, ну теперь я понимаю, зачем мне здесь стол. Что дальше?
Планируй всегда наперед. Поставь в камере достаточно мебели, чтобы суметь все спрятать. Сегодня мне удалось вернуть твои вещи. Но будь аккуратен. В следующий раз такое не прокатит. О, ништяк. Я просто первый день сидел. Черт, все посыпалось, блин. И еще и день. Надо все это спрятать поскорее, а то меня отберут. Господи, как дрожат руки. Что я творю вообще? Жёванные листочки пошло, ну всё к чертям. Чем я вообще занимаюсь? Сижу в тюрьме, не знаю за что, и занимаюсь контрабандой. Как вообще я до этого докатился? Ох уж эти VR-игры. Так, шпакуха. Давай запинывайся туда. Есть. Осталось только табак спрятать. Еще и вот эти листочки надо тоже убрать. Сейчас все уберем. Хорошо, что этот тип стоит возле решеток и прикрывает меня. Так. Все. Все готово. А? Просто ушел? Среда. Седьмой день зимы. День второй. Ух, как быстро время летит. А? Здрасте. А, здесь по-другому здороваться. Кулачками. О, это типа местный торгаш? Он продает и покупает. Чем мы здесь можем купить? Можем купить бумагу, табак. И это все, что пока мне доступно. Но все равно купить я это не могу, потому что денег у меня нет. Я почесываю ручки, а это означает, что сейчас ночь, и мы продолжаем наши грязные делишки. Не то чтобы мне это нравилось, просто, ну, приходится как-то выживать. В общем, нам нужно доделать с тобой сигаретки. Фу, какой отвратительный запах. Все, что нам осталось сделать, это всю эту гадость скрутить, чтобы получилась какая-то видимость сигареты. Надзирателей пока нет. Это просто шикарнейшее время заниматься контрабандой. Первая сигареточка готова. Отложим ее пока в сторонку, продолжим делать другие. Кстати, когда я сказал надзирателю, что это туалетная бумага, я сам поверил, что она у меня есть. Потому что в камере нет туалета. Куда же мне ходить? Отлично, еще одна готова. Да. Жаль, что большинство заключенных спит. А то бы сейчас такой вой поднялся. Может быть, глядишь, и аукцион устроить можно было бы. Достаем заначечку. Аккуратненько. Сейчас ну, аккуратность это не мой слоган. Ладно, хорошо. Разложим. Кто это у нас там? Надзиратели пошли. Хорошо, что мы тут почти уже закончили. Пока они до нас дойдут, мы уже все. Давай быстрее скручивайся. Ятишкин корень. Руки задрожали. Нервяк еще никто не отменял. Все последнее осталось. Давай, шустрее, руки не подводите меня. Да! Все, я успел. Все это быстренько прячем. Блин, там еще одна заначка осталась. Ладно, фиг с ней. Пять сигарет и еще пачка табака. По-моему, пачка. Или полпачки, неважно. Все. Я порядочный заключенный, который спит стоя. Совсем забываю про эту тумбочку. Ту-ту-ру-ту-ту-ту. Здравствуйте. Добрый вечер. У вас шикарнейший красный галстук. А почему вы похожи на картошку? Ой, наверное, зря я это сказал. Блин, какое шикарное настроение. Он прошел мимо. И даже ничего не заподозрил. Ох, это маленькая победа. Ну, а раз так, можно скрутить еще одну. Кстати, по материалам у меня, в принципе, все. Это последнее. Сказал я надзирателям. Но им, по-моему, два надзирателя. Так, надо это все убрать. Надо все это убрать аккуратненько. Когда два надзирателя, это, конечно, очень плохо. Табачок. Все, бумага у меня закончилась. Остался только табак. Я готов проснуться. Какой замечательный сон. Вставай, шашлык. Сегодня четверг, восьмой день зимы. И третий день, как ты в тюрьме. О, черт. А, здорово, братюня. Значит, получается, что прошлой ночью я намудрил кучу всего. Что ж, братюня, у меня есть чем тебя порадовать, смотри. У меня есть шикарнейшие, невкусно пахнущие сигареты, пожалуйста. А у меня их тут куча целая. Что ж, в итоге я продал 8 сигарет, получил $32. Неплохо. Но мы продолжим развивать наш бизнес, поэтому мы продадим все, что у меня осталось. Все остатки мы скидываем. Зачем мне их хранить? А вот табак... Пожалуй, я его оставлю. Значит так. Покупаю... конечно же, табак. У меня его мало осталось. Чтобы купить табак, бросьте его в корзину. Хорошо. С бумагой то же самое. Ладно, я понял. Как будто в супермаркет сходил. Значит, вот листочек купил. 2 листочка. А лучше 3. А? 3 листочка с собой максимум принес. Плохой супермаркет.
Купил табак, одну пачечку. Что тут еще есть? Какие-то сейфы, кровати, ведро. Что это такое? Плакат? Может быть, его прикупить? Давай возьмем. Закроем трещины на стенах. Все. Сделка у нас завершена. Бабла, сколько? Надо прятать. А то скажут, что я банк грабанул. Откуда у меня здесь деньги в тюрьме-то? Фига себе. А это в коробке что? Ладно, вначале с деньгами разберемся. 10 баксов долларовыми купюрами. Ну кто такие пащи вообще в тюрьму таскает? И коробка помятая, как будто Почта России доставили. Значит, листочки мы убираем сюда, вниз. Не заталкивается. Чё, неужели листочки такие крупные? А нет, вроде вмещается. А, это же не А4. Простой листочек, черт возьми. Давай все, запихивайся. Вот так вот. Ох, какие же мои тяжелые будни в этой тюрьме. Листочки не складываются. И табачок сверху. Все по фэншую, по красоте. Закрывается, не закрывается. Запихиваем, давай. Так. Фух, отлично. Коробка, настало твое время. А, в ней плакат, все понятно. Но зачем такую огромную коробку? Можно было просто сверток мне дать. Ладно, сейчас не об этом. Нужно придумать, куда этот плакат повесить. Может быть здесь, над столом? Будет приятно работать, буду смотреть на плакат. Кстати, я еще не знаю, что за плакат. Боже мой, Пирсон Босс. Это же надзиратели. Нафига они мне здесь сдались? Я думал, здесь будет какая-нибудь тачка крутая. Хотя ладно, может быть надзиратели ко мне лучше станут относиться? Например, меньше будут заглядывать в мою камеру. Черт, плакат не весь уместился. Придется его перевесить, например, вот сюда, где дырка. Вжух! Ну вот, теперь другое дело. Ну что, я думаю, что пора заканчивать с видеотрансляцией из тюрьмы. Если тебе понравилось и ты хотел бы увидеть больше этой VR-игры, то с тебя лайкос и комментос под видос. Ну и также подписочка, если ты еще не подписался, чтобы не пропустить видоса. А на этом все. Пока. Увидимся. В следующий четверг, я думаю.